течение суток, дорогие мои подписчики, гости моего канала. Вот, пью чай теперь. Угу. После гавим макарон. Угу. Ну, что это такое? Пастила, да? Да. Ты пробовала? Да. А, хурма. Пастила хурма. Ну-ка попробуем. Мне не понравилось. Маме не понравилось. Ерунда такая. Господи, 300 пакетов нафиг. Вот такая вот пастила хурма. Ну ты съешь, да? Я съем, конечно. Ну, съем, может быть, вкусно будет. Вообще не. Какая-то безвкусная. Непонятная. Для кого? Для диабетиков, что ли? Не знаю. Или кому это мало сахара нужно? Без понятия. Всем нужен мало сахара. Не, вообще. Не. Невкусно. Даже не написано, кто сделал. Пастила хурма. Если к вам попадет такая хурма, не берите. Пастила хурма. И вообще такую не берите. Угу. Это невкусно. Да. Вообще. Нет, невкусно. Неизвестно, кто сделал. Угу. Еще как-то завернуто как-то. Не пойми как. Завернуто.
Во. Вот такая вот гадость. Вот. Если бы со дна Средиземного моря в Италии подняли целым римский корабль 3 века. Угу. Ничего себе. Угу. Есть такой фотография? В целости и сохранности. Да, хорошо. Чтобы закрепить место крушения. Угу. Инженеры создали специальную металлическую конструкцию. Ну. Невкусно. Я люблю, конечно, пастилу, но не такую. Это какая-то гадость какая-то. Но ради моих подписчиков наших съем все, всем все. Ну ты как? Удивлю людей. На жертву иду. Да. Прямо. Да. На вкусовые жертвы. Да, вкусовые жертвы иду. Покажи корабль-то. Третий век. Да, это ничего себе. Это вот это? Наверное. Кое-где древесина даже подпортилась. Угу. А с чем? Не знаю, неизвестно. Может, с деньгами. Может. Все может быть. Да господи, как они ее завернули-то, они вообще не... Разверни вообще все. Неудобно есть. На, вот ножницами. Расфишь, на. Дальше? Еще мучиться надо. Дальше. Погоди. Давай я открою. Кто так завертывал-то? Продавец, наверное. Идиоты. Давай сюда мусор. Там на столе еще. Да. Гадость. Очищаем, нормально будет. Дальше. Раньше не достали. Достали в 21 веке. Да. И сколько веков прошло? 17. 21 век отнять 3 века. 20. 20 веков. Или нет? Сейчас 21 век. Третье. 21 отнять 3. Сколько будет? 18. 18 веков там у нас. С ума сойти. Действительно древняя. Гадость, не покупайте вот такую. Ну. Невкусно. Да, какой-то. С крахмалом каким-то чувствуется. Ничего себе.
составе краски картины Мона Лиза эксперты нашли специальные ингредиенты. Mm-hmm. Что за специальные ингредиенты? Оксиды свинца uh-huh. в масле. Uh-huh. А свинец уже это самое как его, вреден. Uh-huh. Да. Масло грецкого ореха. Ой. Дальше. Да. Больше такой не это самое, не. Это угостили, да? Да. Гадость. Крахмала много. Угу. Один крахмал. Да, ощущается даже крахмал, я знаю. Угу. Да. А разве в пластилу кладут крахмал? Ну, она вот для оболочки. Ага. Понятно. Сабдин надо кушать. Mm-hmm. Украина намерена продолжить контрнаступление зимой. Гнида сообщил, что обсужден с Иханисом, возможно, судьбой. Значит, не только Портов, но и все время. Гнида. Какая гнида, если он везде уже по всему шарику ездит, просит подачек всяких в виде долларов. Дальше. Дальше. Тунберг, это вот эта вот эта сама актриса, что ли? Нет, какая-то там. А-а-а. Вот там.
активистка. Галис. Одно это самое, отдельное это какое? Ну это. Только что сказал, говори. Ну это. Крахмал. Да, крахмал. Это же крахмал, как назвали. Крахмал. Да. Если на две части разделить, крах. От чего крах? От мала? Не назвали же крах велик. А крах мал назвали. Вот такой трэш-мукбанг. Варенье вкусное. Но варенье вкусное, да. Ну, не спорю. Ягодки еще там. Да господи. Еще внизу. Упала. Дальше. А все к зубам все пристает. Семечки? Нет, это. Пластила это. А, пластила, да. Да, как этот самый. Как пластилин все равно. Угу, как жвачка. Угу. Вот и резко приставала к зубам, и этот тоже пристает к зубам. Все. Сколько там? Ну все. Трэш-мукбанг закончен. Давно не было. Трэша. Давно не было. Не покупайте вот эту гадость под названием халва. Ой, это хурма. Пастила. В этой самой. С крахмалом всякий. Да. Все. До новых встреч. Гадость. Гадость, да.